Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю прохождение Anno 1800 на самом высоком уровне сложности эксперт со всеми дополнениями. Стал выглядеть хуже. Мы перешли на новый уровень, на уровень инженеров, и, собственно, по моему мнению, сейчас и начинается самая главная сложность. Корабль построен. Нам придется делать очень много цепочек, чтобы удовлетворить инженеров. Надо будет электричество проводить, добывать нефть, что изначально пока не будет давать нам какого-то счастья. Сейчас тут у нас проблема с болезнями, и плюс мне еще надо рыбу, кстати, добывать больше. Пока мы тут в минус уходим, но это происходит потому, что у меня болеют... Это какой-то, видимо, связи... Видели сейчас Санта-Клауса? Куда он делся? Вот он. Видите Санта-Клауса, да? Это, видимо, потому что я сейчас записываю в новогодние дни. Поэтому создатели игры тут добавили Санта-Клауса. Прикол. Зашибись. Ладно. Ставлю еще одну рыбу. Заодно тут дорогу еще проведу. Рыбу, потому что не хватает рыбы моим фермерам. Это и будет не хватать, потому что уменьшается количество работников. Плюс я, пожалуй, включу здесь Разбудите, когда надо. Обратно создание рубашек и создание швепса. Они вернутся сейчас. Не волнуйтесь, что их типа не хватает. Все вернется. Так, а что это у меня тут? Мясная лавка. Случайно. Ну, точнее, я тут хотел что-то построить, но это на будущее лучше. Пока мне мясная лавка не нужна. Так, дальше я построил линкор. Мне в той серии один клипер убили, который Ром возил. Поэтому займемся его постройкой и починим вот этот линкор. После клипера можно и линкор, тем более, что у меня пока нету пушек. Вот это все означает, что не хватает работников, но закончится эпидемия, работники вернутся. Давайте мы еще на будущее... А, кстати, давайте мы рыбу даже больше поставим. Нас слишком мало. Добычу вот так, 50 пока. И посмотрим, что у нас в продаже. В продажу идет рыба, шнапс, рубашки, колбаса. Что-то я колбасы прям даже... Вот так. Что-то не покупают пока. Хлеба. Пиво, консервы никто не хочет покупать. Так, мне еще одна нужна будет. Явно. Швейная мастерская. Ну, пока так я ее в виде чертежа поставлю. Пора размять ноги. И что дальше мы тут? Очки мы еще будем делать. Так, все остальное. А, шубы не продаю. Шубы надо поставить, если больше 20, чтобы продавалось. Так, теперь, когда вы вышли на новый уровень, как я и говорил, надо в первую очередь решать вопрос с производством нового строительного материала. Так, все, зато эпидемия закончилась. Слава богу. Город стал привлекательнее. Так, значит, где у нас известняк? Только здесь. Сразу строим шахту известняка. Прокладываем дорогу. Что там требуется для железобетона? Плавильня у нас есть. Известняковый карьер 30. Значит, два бетоносмесительных завода строятся. Давайте вот здесь их поставим. Оба.
сразу и строим. Так, железобетон сейчас потихоньку пойдет. Дальше. Я хочу еще одну пушечную мастерскую, хотя скоро будет, надо будет новую уже ставить. Вот это усовершенствованного оружия, но пока для... Тут надо... Да, работает. Но пока чертежом поставлю. Так, швейные машинки включаю. Все тут добывается, что-то по загадке. Вкусное, когда желтое, не очень вкусное, когда зеленое или коричневое. Так, я думаю, это бананы. Заодно в новом свете сейчас поставим. Весьма эффективно. Да. Что дали? Вероятность пожара снижает в производственных зданиях. О, да, давайте мы ее запустим. Единственное, что жалко, это не пассивная способность. Вот эта ручная пожарная граната. Она будет работать только 50 минут. Но, тем не менее, я ее запущу. Пока. Какие у нас тут квесты есть? Приговариваю вас, легко делай. Этот 8 тонн. Так, это можно, кстати, сделать. Вполне. Мадам Кахина. Так, больше я не вижу, чтобы кто-то квесты делал. И еще... Можно уже смотреть, что инженеры в дальнейшем хотят. А они в дальнейшем хотят очки. Для очков нам нужна цинковый рудник и медный рудник. Медный рудник на этом острове есть. А вот цинковый тут нету. На этом есть. Но для его постройки здесь требуется уже же... То есть сюда, на этот остров, надо будет... привезти материалы и плюс еще и 25 рабочих. Нет, ничего странного в том, надо что будет их ребят апнуть. Стремятся расширить границы возможного. Так, ладно, давайте сразу квест выполним. На флагмане. Он просто быстрее плавает. 8 стальных балок тонн, 10 тонн кирпича. Отправляемся сюда. Так, а здесь мы еще увеличим складские порт. Я больше не могу увеличивать, а вот склады тут поставить могу. Ремонтный кран, турист-пирс. Нет, подожди, где он, в рабочих, что ли? Еще какие-то портовые канцелярии, но у меня пока нету кого в портовую канцелярию сажать, так что... Просто склады. Склады на 50 увеличивают вместимость порта. Так что я считаю, самое время их ставить, чтобы вот больше было. А эти железобетон стал уже производиться. Так, в новом свете я хотел больше рома. Давайте где-нибудь тут это сделаем. Плюс мне еще надо больше жителей. Тут мне надо до следующего уровня подняться. Блин, опять тут чертежи не работают. А следующий уровень это у нас... 300 абрера. Кажется, все в порядке. Что он нам дал? Влияет на общественные здания, меньше затраты на... Ну, такое. Давайте я верну флагман на родину. И квестов я тут больше пока не вижу, чтобы они были. Вперед! Так. На горячую клавишу, на единицу... Клипер строится. Знаете что, давайте уже пушки я начну здесь делать. Пушки тут. Мне не хватает материалов. Ткань. Но это вот, кстати, не хватает ткани и рома, потому что мне убили один корабль. Поэтому я клипер тут и строю. А второй клипер, который сейчас здесь находится...
на маршруте, кстати, где он, в старом свете или в новом? Игра сохранилась. О, у меня там есть, кстати, какого-то линкора. На остров вашего соперника на баре. Я тут не сбросил. О, есть. Ну это я не привез, а корабль построил. В каком-то из бою добыл. Так, там, по-моему, получается. Нет, не дипломатия мне нужна, а. Тут что ли пока тут корабль? У этого почему-то ром есть. Блин, где тут клипер, который... Вообще у меня на маршруте работает. Что за фигня? Наверное, недавно только перевез. Меха? Да, ром и ткань. Вот, он недавно перевез, пока... Значит, я пока тут не буду добавлять, а то они вместе будут ездить. Давайте в новом свете... Больше рома. Больше экшена, больше рома. Давайте так. Так. Блин, а влезет ли тут... Плантация ромовая. Тут, наверное, еще надо будет где-то рядом сразу поставить. Склад заполнен, босс. Пожаротушение. Подход. Хотел эту дорогу убрать, но тут подход к... Ладно, я буду лучше через тут... Вообще можно будет провести дорогу если что? Да, можно будет. Хорошо, тогда я тут уберу дорогу, потому что мне сейчас надо будет плантации сахарного тростника как-то вмещать, а с этой штукой большие сомнения, что они влезут. Так. Смотрите, вот тут еще можно будет дорогу провести, если что, от склада. Угу. Все, делаем больше рома. Давайте улучшать Дабрера еще больше. И, наверное, тут надо... Еще дороги провести как-то так. Вот видите, уже не хватает дерева опять. Я уже сыграл все, что знал. Ну ладно, пока мы тут с Ромом разобрались, что у нас по карте мира. Ну, когда прибудет в новый свет, я добавлю второй клипер. Теперь надо решать вопрос с... Флагман ждет указаний. Еще можно больше инженеров, если это возможно вообще, нет? Теплый свет. А что им тут не хватает? Шуб не хватает. Не, ну шуб сейчас уже должно быть достаточно. Я привез... Глянем, что у нас по потребностям. Этого не хватает. Нормально, потому что это доставляется с других островов.
Шнапс минус один. Интересно. Игра сохранена. Ну, надо апгрейдить, значит. Ваш соперник защитил свой остров. Вы поднялись на новую ступень. О, столицей стали. Так, и часть на более крутые в ремесленники. Давайте тут несколько рабочих переведем. А несколько крестьян в рабочих. Такой квартальчик инженеров. Приятный. Так, железобетона у нас еще немного. Какие-нибудь квесты у нас появились? Мой психиатр, придерживайтесь прямых линий. Сопровождение давайте выполним. Нам с Гаспаровым надо хорошие отношения. Все, мы с бабулей воюем. Этого достаточно. Кстати, а мы же еще и в новом свете можем квесты брать. Да, только я тут их... не вижу ни у кого. А, слушайте, там уже прибыл корабль, наверное, надо добавлять в маршрут. Новая задача. Вестник. Маршруты. Ром-ткань. Сюда добавляем вестник. Принять. Поехал. Да. Ой, как медленно едут мои линкоры. Ну, потому что против ветра явно. Что прикажете? Ага. Ну, ничего, тут времени много выполнить задание. Так, давайте сначала, что там надо для... Ну, во-первых, рубашки забросим. Я думаю, 5 штук хватит. Дальше... Дерево там есть? На вашей фабрике произошел взрыв. На вашей фабрике произошел взрыв. Это там, где я запустил штуку, которая уменьшает вероятность пожара на 40%. Класс, класс. Ничего не могу сказать. Да. Вот это помощь. Так. Внимание, адмирал. В любом случае, 15 кирпича, 12 балок. Ну и пока больше я тут ничего не могу добавить. Самостоятельный ремонт. Нет, я это не буду использовать. Отвозим на остров сюда пока. Так, этот рынок капнул. Пока не потушат рядом горящие здания, не получится починить. Я там делаю. Одна пушка, да и линкора еще.
Экспедиции я не отправляю просто потому, что мне нужны линкоры здесь у себя. Починили. Слава богу, только один завод взорвался. Ну, это, конечно, прикол. Ну, правда, прямо скажем, это ратуша не работала на этот завод, так что... Может, мне не стоит так ругаться. Ремесленников поулучшаем слегка. Ну что там, прибыли? Рвемся в бой на защиту корабля. Охраняйте груз. Начинаем сопровождение. Так, флагман еще не доплыл. Поделюсь-ка я с вами. Вот и луч надежды. Так, кораблекрушение позже будем выполнять. И скоро с кем-то из пиратов, да? Средний шанс на успех лечения. О, тут высокий. Франт, меня заботят вещи поважнее, чем рюши и шелка. Да. Я не знаю, мне не хочется им платить... Пока идет перемирие. И все равно потом придется заплатить за перемирие. Зачем так спешить? Ты останешься тихой, тоска. Так, есть. Прибыл корабль. Сбрасываем. Да ё-моё. Сбрасываем груз и плывем за остальными. Штурман. Нам еще. Надо туда привезти окна и железобетон для этой шахты. И нефть надо бы уже начинать думать, как добывать на самом деле. То есть одну угольную печь точно надо тут удалять. Уже можно сдавать в печать? А что там у тебя? Прислуживаться не так уж и тошно. Так, вот это я бы хотел поменять на доход. Это чудесная мысль. Так, тут запущу пока. Там я остановил, убрал угольную шахту. Тут цензура просто не всегда инструмент постепенно коррекции. Надо начинать добычу нефти. Обязательно. Вы так. Бонус влияния. Давайте здесь переименуем торговый путь. Меха, цинк будет. Ой. Цену. Но это важно вот называть, потому что иначе вы будете теряться реально во всех этих торговых путях. Памфлеты, пикеты, шествия! Если умники с моноклями хотят лишить нас этого, да мы их монокли им засунем! Экспрессивный молодой человек. Пока не буду улучшать дома тут. Флагман, так, флагман прибыл. Что нам еще для цинка? Доски там есть, кирпичи я привез, балки привез, окна и железобетон осталось. Так, 10 не пушки, а окна и железобетон. Поехали. Так, что тут с рубашками? Обходимся тем, что есть. Нам буквально 3 штуки апнуть.
и будет достаточно. О. Как фундамент. Чем проще, тем лучше. Отлично. Улучшили отношения с чувачком. Пошли соберем потерпевших кораблекрушение. Пока квестов больше мне почему-то не дают. Координаты приняты. Смотри, как тут бабуля плавает. Вот фигово. О, еще? Груз невероятно. На остров вашего соперника... Продолжение, видимо, обратно надо отвезти корабль. Ну ладно, хорошо. Так, флагман везет инструменты. Мы железобетон делаем. Пушки делаем, все апнуто. Так, что у нас с нефтью вообще? Ну, электричество, понятно. Нефтяной завод производит нефть. Железной дорогой его надо будет доставить в маленький нефтяной причал. А оттуда на электростанцию. Ну, давайте мы электростанцию сразу поставим на будущее. Слушайте, вот здесь... Сейчас. В моей руке острый кремень. Разорвать торговое соглашение. Разорвай. Я устал от этой возни. Ну, я вот здесь поставлю электростанцию. У меня будет так вот поездик идти. Я просто подвину церковь. Тут у меня есть... Видите, дорога. Я дорогу уберу. Церковь подвинуть, тут можно будет... А, стоп, подождите. Это не просто все так. Вот тут мне нужна железная дорога, получается. Отсюда все-таки. Блин, мне надо... Нет, это фигово. Так, ладно, давайте я пока шахту тут сделаю. Есть! Ну и отправлю флагман собирать обломки. Вообще, у меня самый быстрый корабль флагман, поэтому нежелательно его терять, например. Сразу ставим шахту цинка и дорогу к ней. Все, цинк добывается. Очень хорошо. Теперь, когда цинк прибудет на этот остров, тогда мы поставим уже шахту с медью и латунные мастерские. Можем пока так прицелиться, где это все будет. А латунные мастерские, наверное, вот тут и очечные мастерские. Так, их тут 0,3. Значит, две плавильни латуни. И три оптических мастерских надо будет. Да, с нефтью я немножко... Сюда-то я еще смогу ее довести, маленький нефтяной причал. А вот... Тут мне реально надо здесь только железную дорогу прокладывать, а это значит, что надо тотально менять местами. Блин. Так, а чё мне не хватает? Опять болезни пошли, да что ты будешь делать? Почему у меня так много, так часто люди болеют? Стыдливая мимоза 2.
Бурные волны вызвали у Гаспарова приступ паники. Он боится, что будет навек разлучен со своей работой и требует, чтобы вы сопроводили его домой. Норм. Так, цинк тут уже везут? Нет еще? Еще, видите, не добыли цинк. Че тут минус один рабочий? Достойными эти условия не назовешь. А, потому что не хватает. Блин, тут цинк сейчас будет. Я рад, что могу наполнить жизнь других смыслом. Надо немножко увеличить. Хрена себе, как тут каждый процент ухудшает настроение. Короче, сюда надо рубашки периодически привозить. Иначе уменьшается количество рабочих, и мне чуть-чуть не хватает. Поэтому мы сделаем тут так. А, давайте. Две рубашки. Ну, потому что там немного надо. А хотя там... С другой стороны, там и для этих надо. Давайте 5 рубашек буду. Ваш соперник защитил свой остров. 5 рубашек норм. К новым берегам. Сейчас должен загрузиться рубашками, по идее. Перемирие окончено. Не сработал еще скрипт для загрузки, видимо. Так, потерпевшие кораблекрушение. Координаты с кем приняты. У нас перемирие окончено? С Н. Я хочу его продолжить. Думаешь, мы у тебя на крючке? Думаешь, это видите, было что? Плюс каждые вот эти деньги, они увеличивают отношения. Все равно. И там через какое-то время... Ты платишь, платишь, платишь за перемирие, и все, и мир будет с пиратами. Их можно уничтожить, я их уничтожал. Но проблема в том... Да, это тяжело, там надо много кораблей. Но дело в том, что вот самое дебильное здесь, что это не навсегда происходит. То есть я приплываю, уничтожаю их базу, могу там расслабиться часа на два, и через два часа где-то... ныкается корабль пиратов, приплывает сюда и основывает снова базу. И все пушки все снова, опять куча кораблей у него. Ну, по-моему, нафиг надо. По-моему, проще флагман ждет указаний. Мир своего лидера заключить. Да и понятно, что игра-то экономическая, то есть она как раз про деньги. А лучше деньгами буду заливать. Квесты. У Кахины квест. Мне нужен профессионал. Сообщите, как только закончите. Продайте мадам Кахине грузовое судно. Интересно, ей любой корабль подойдет. Расследование дало плоды. Вновь на стезе добродетели. Ну, давайте вот этот корабль маленький попробуем. Так, эти все привезли. Я вот здесь хочу их поставить патрулировать. Идем отсюда. Сюда, чтобы... Эти голубые корабли... Бабули...
не мешались, если чё. Ой, блин. Ещё раз придётся. Так, вот. Отсюда. Сюда. Так, отметил. И квестик. Щелочка. Не будете медлить? Превосходно! Кораблекрушение. Тоже норм. Вполне можно. Ага. Проблемка, что мне мимо острова бабули придется проплывать, так? Видите, привезли рубашки. И вроде как теперь норм. Так, и цинк. Ждем приказа. Везут какой-то цинк, нет? Где корабль с этого острова? Корабль вот построен. Да. 9 цинка везут. Что прикажете? Этот корабль. А твои люди умеют сражаться. Впечатлена военными успехами. То, что вам дорого, любой ценой. Это типа, что у меня сила увеличилась, видите, еще корабль построился. Так, ну можно, наверное, уже медную мастерскую запускать. Че такая болезнь закончится-то? К новым берегам. Цинк привезли. И меха привезли. Так, шубная мастерская работает нормально. В этом месте полно нерешенных уравнений. Рома тоже хватает. Ну, в общем, очки вот надо сейчас сделать. Очечи. Давайте планировать, где у нас тут будет. Эти корабли патрулируют. Где у нас тут будет кластер по созданию очков? Сверх, так сказать. Наукоемкое производство. Только вот буквально вот-вот изобрели очки. Ага, тут не проехать. Тогда будет, если я так поставлю. Блин, а так удобно было бы. Хорошо, давайте одну ту латунную здесь тогда. А тут можно место... Не. Что, я думаю, что оставить место для профсоюзов на будущее. Тут вполне можно очень неплохо профсоюз разместить. Так, очечные мастерские так, а латунные... Латунные, похоже, тогда там пока. Тут дорога еще будет. Ага, тут не влазит еще одна латунная. Ну тогда сюда корабль поставлю. Построен. Так, ну что, удовлетворит интересно ее этот. Кораблик. Корабль атакован. Бля, как ты тут оказался вообще? Придурок. Ой, блин. Какого хера он тут оказался? Там куча пушек. Есть. Ваши люди чествуют своего лидера.
Все, хана кораблю. Он каким-то образом влез в глаз. Блин. На ровном месте потерян линкор. Зашибись. Обожаю эту игру. Просто обожаю. Зато праздник начался, 7000 денег прет. Ладно, одну тут латунную, одну тут. Но загрязнение необходимое зло. Леди Маргарет с радостью наблюдает за загрязнением вашего острова. Отлично. С радостью наблюдает за загрязнением острова. Знаете, наверное, стоит улучшить тут склад. Тут очень много всего. И плюс еще будет скоро отчетчи. Координаты приняты. Ничего не трогать. Ну, я продал. Не тот, видимо, корабль. Класс. Ну почему не объяснить нормально? Ну вот почему? Что, поставлю клипер еще. Да, в принципе, на самом деле выгодно. Вы, грубо говоря, 40 дерева и 30... Ну, в данном случае я, скорее, 20 дерева и 10 парусов заменил на 2500 рублей. Так, как тут латунь плавится? Пошла первая латунь. Можно одну очечную мастерскую открыть. Тем более, что их строительство... Нормально так стоит. Так, в новом свете. Что там с Абреро у нас? 224. Так, и дерево накопилось. На остров вашего соперника напали. Надо дальше продолжать строительство. Ну, кстати, вот это вот все, что откроется. Больше ничего не надо будет. То есть здесь дальше вот этот новый свет развиваться не будет. Готовы? Отличная работа. Блин, знаете, почему там вот тот корабль влез на бабулит? У него было поставлено просто действие активное там нападение. И он вперед на пушке в одиночку. Офигительное, конечно, управление. Всем и вся. Так, по идее, сейчас мои корабли вот этот должны проатаковать.
всем слушать адмирала. Игра сохранена. Тут нету смысла на самом деле за компьютерными соперниками. То есть будем, конечно, топить корабли, но по-хорошему они не теряют. То есть это вот торговый корабль. Только подберем, есть. Что там было. Что-то Грейвс не перестал квесты давать. Флагман к вашим услугам. Так. Как тут отчетчи у нас поживают? Уже 3 латуни. Еще можно еще одну. А можно даже, я думаю, 2 уже ставить. Пускай весь цикл работы пойдет, и можно сразу ставить эти очки на продажу, потому что они явно будут накапливаться. У меня не так много инженеров, но давайте, если больше 20, пускай продается. Так, что тут? Внимание, адмирал! Ого! Доход с каждого дома плюс 25%, но вероятность пожара плюс 20%. Ну, я все равно хочу эту книжку использовать. Плюс 25% доход, нифига себе. Наполнить паруса. Это вообще офигительно. Так, что у нас? Продолжаем планировать нефть. Ну тут, по-моему, не нефтяной завод добывает, а тут вышки нужны. Это я сейчас ставлю место, откуда будет просто поезд ехать. Вот. Пути. Я, наверное, не так. Так, лучше поставить. Мне здесь придется, видимо, все переделывать в центре, чтобы поезд так вот заходил в... То есть мне электростанцию надо сюда ставить, церковь сюда, соответственно, рынок сюда. Ну, все вообще местами менять. Такая... А, это празднество происходит. Прикольно. Флагман ждет указаний. Так. Значит, нам надо где-то ратушу поставить. Для этого мне придется какой-то дом снести, получается. И даже не один. Видимо. И, видимо, где-то здесь. Чтобы на большее количество домов влияло. Блин, ну тут хреново. Тут эти дороги... Хотя они уже не особо важные. Блин, ну что, 2 дома? Это 2 дома придется. Наверное, вот так надо ставить. Да. Глянем. Ну, не то чтобы оно на все влияет. Инженерные дома я точно не буду сносить. Или может лучше здесь. Давайте вот так поставим. Даже вот так лучше. Вот так. Так,
О, было 4000, сразу 6000 стало. Но теперь, видимо, пожаров будет. Зато я могу сразу поставить вот это снижение пожара. И еще вот затраты на содержание общественных зданий снижение. Ну, правда, оно тут будет влиять только на... На университет. Похоже, да? Доверившись вам, я рискую. Мои стандарты так высоки. Придерживайтесь прямых линий. Вероятность пожара плюс 20%, но снижена на минус 40%. А что тут еще я... Область действия церкви меньше, но она на церковь не влияет. Церкви же, да? Или чего область действия? Или ратуши? Я вроде не вижу, чтобы изменился радиус. Радиус не меняется. Ставлю так. Так, ну что, там очки уже пошли? Да, есть. Ваш соперник защитил свой остров. Отлично. Разблокировано кофе, карманные часы, культурологический сад. Так, теперь они хотят кофе, а в счастье часы. Ну, вроде пока неплохо с инженерами все идет. Так, каким тут задание? Прощения не будет. Никогда. Клипер только начал строить. Вообще его успею построить, интересно. Но вообще написано, что 5 минут строится, а тут 11 минут до квеста. Что прикажете? Мне кажется, что достаточно будет одного линкора для сопровождения в этот раз. Ну и, наверное... Ладно, давайте тут займемся Абрера. Вложите душу в город. Еще 50 Абрера надо. Вложить душу в город. Вообще офигело. Я тут столько бабок вкладываю. А ей вот именно душу надо. Так. Боксерский ринг. Уверен, все готово к печати. Помимо прочих уважительных прозвищ, мы иногда называем вас главой. Минус 100% вероятность бунта. Так что можно отредактировать хорошенько. Конечно. Во-первых, плюс 15 доход. Во-первых, а во-вторых, меньше потребления. Думаю, можно перефразить. Это все значит, идет в печать. Ну, просто праздник идет. Благодаря этому вот такая... Изуродую! Не одобряет пропаганда. Бедный ягненочек. Так, слушайте, а я кофе тут вообще могу выращивать на этом острове? Вы получили бонус к влиянию. Нет, только на этом могу. Что для кофе надо? Ну вот тут для добычи хорнолера, а для выпекания абрера. На остров вашего соперника напали. То есть мне надо сюда какой-то торговый корабль, который бы возил. Защита обездоленных. Ну, наш может долг. Тут просто клипер купить. Готовы к заданию. Так, клипер перебрасываем. Какое-то задание она хочет мне дать. Вперед!
к светлому. Мы на вас рассчитываем. Задание по сопровождению, а Грейвс... Когда тебя одолевает... Это на твоей совести. 17 тонн кирпичей. Тоже можно, но давайте это все-таки уже где в следующей серии. Этот этап нельзя откладывать. Экскорт отправлю. Спасибо, что смотрите, ребята. Читаю ваши комментарии по прохождению, так что ваши впечатления, конечно же, пишите. И играйте в умные игры. Продолжение следует. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!